Так. Что там вообще надо было? А, фура крысы у меня должен быть, я так понимаю, через ломание домиков. Ну, типа, через дизоль, метеор, вот это вот все. Ну, это я умею. Блин. Рики, думаю, будет мешать жить очень сильно в этой игре. Так, значит, фура через домики. Такс. Угу. Угу. Ну, для начала статов себе немножко завезу. Чтобы просто были. Не, дай-ка еще одну цирклетку мне сюда. Во, нормально. Помнишь это время, когда курьер один? Ну да. Там даже было негласное правило, что кто первый умер, курьера покупает. Ну ты охуел? Уебал. И кому вора достанется вот этот? Блядь! Верни мои деньги! Этого недостаточно! Еще 60 голды мне должен. Мне обидно то, что я сейчас обсерв не получил. Я за свои собственные шекели центряк купил. With a wild spirit. Маноси. О, во, мясы крутятся, мясы. Я рядышком стою и мясую, понимаю. Это все открутки негативные. Блин, я хочу посмотреть время. Кто быстрее вард поставил по времени. Не получается. Сейчас подожди-ка. 15. 14. Так. 5-10. Блин, да мы одновременно их поставили, там доли секунды решают. Прям анимация в анимацию как-то получилось. Как ты будешь сразу фастпушить? Никак. Сначала подкачаться надо. On my way. Бля, закрыть бы как-нибудь его. Даже крипа теряю. Блин, а что если закрыть его, а потом еще закрыть дополнительно деревцем? Чтобы он не смог уйти. Это стратегия на миллион баксов. Он сам закрылся. Лошара. Calls. Я этого не позволю. En route. Ай-яй-яй. Leaving. Я знаю, чего хотел засранец. Ну я не сказать, что я как-то напряженно здесь стою, но я сказал, что я на чиле даже стою здесь. Не напигаюсь вообще. Что-то там пытается, как ковыряет меня туда-сюда. Опасно, опасно. Да боюсь, боюсь, боюсь. Все, испугался. Да боюсь, боюсь. Все. The wild is calling.
Как лоха развел. Ну и нахуй. А он что, приуныл, что ли? Куда он делся? У меня имбирь пропал. А. Он гангать на пятом ловле пошел. У него даже получилось, нихуя себе. Ох ты, пол кабины оторвало. Нихуя себе. Не, ну он так-то хуйней страдает сейчас. Хотя если он опять кого-то убьет, то ладно, да, не хуйней. Просто я по XP сейчас его буду выше на левел 2. Верните дротик Рики, не надо это возвращать. Очень бесячий скилл был. Блин, по тонкому льду ходит на таком хп. Ох-ох-ох-ох-ох. Это тильт. Оу. А нахуя мне этот инвиз? Я могу себе супер быстро дезолятор купить, как бы на паджика кошмарить. У него шармора нихера нету, просто прилетать, спруты накидывать и хуярить его тогда. Заодно и как бы буду настакивать себе доп урон. Джекпот словил. Давай, бам вообще еба. Бам нахуй. Бам. Не, ты так не делай. Не делал так. Блин, чутенько меня закрыл так-то. Прям под это, на пяточка торчала из-под рейнджа вышки. Так и сдохнуть можно. Опасные передвижения. Стоп. Ты что здесь был? На телепорте что ли ушел? Не хватает 25 копеек. Не, мне нужно больше денег. Меня хочешь? Уходи. Нахуй. Уходи, уходи. Жесткий при жесткий. Меня с прутами сейчас убьют, скорее всего. Ой, с прутами. У него мана, походу, кончилась. Да, у него мана кончилась. Мне очень мало хп осталось. Почился. Зачился. Ты тоже почил. У тебя щит кончился. А, я все это время без Мидрилхаммера, что ли? Ё-моё. Я метеорхаммер пока не беру, потому что дезолятор сейчас выгоднее будет мне. Ну так как я дерусь довольно часто, но мне он сейчас нужен будет. Настакую себе пассивку заодно. Не, мне почели уже надо купить метеорхаммер по любасу. Просто сейчас не до него. Ты опять? Так, какова вероятность на выживание сейчас? Ну она кра... О, нихуя себе. Ебать, подкрутки! Представьте, как сейчас у него очко горит, ебать! У меня вообще очко знатно сгорело вот до вот такого момента. Я там умирать должен был. Там Рики 6 взял? А, он пока 4, да, не страшно. Ну здесь явно какие-то подкрутки крутятся, но не может быть такого, что мне прям настолько сильно везет в этой игре.
Тут еще домик не упал, надо бы исправить эту ситуацию. Сейчас кривовато бахнул. Нихуя там урон вылетает. Домик еще не упал. Вот теперь упал, и теперь я доволен. Первый домик. Ну почти дизоль готов. Феникс может в время Икаруса юзать метеор? Да вроде может. Я не сказать, что играть на Фениксе, но ничего, механики никак не менялись, чтобы он не мог его юзать. Ой-о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 й, нихуя себе. Сука, да-да, ладно, пусть забирает. А что с пружом? Какой-то бронированный пиджак. Он был только что... А, это из авангарда, окей. Домики падают. Че за челлендж? Но Фурион крыса, который домики ломает. Через метеор и дезолятор. Можно еще кирасу сверху шлифануть, чтобы домики еще быстрее падали. Мне кажется, меня хотят. Так, все, домик упал. Так-так. Домики падают. Ну-ка, не хавай! Ты чё, черт, бля? Ну, кстати, смотри, как я быстро 10 зарядов на дизолятор заработал. Охуеть, я его купил, по-моему, 2 минуты назад, а уже 10 зарядов есть. Я так быстро 30-ку забью. Так, интеллект, да? Не, я слишком охуел так лететь. Меня там похоронят. Здорово, Роман. А кто-то подымет из этой руны или они все не хотят? Так, перезарядка натурального кала. Да Рики слабый пока. Он не цапнет. У него нихуя нет. Даже дефузов нет. А. Ну, мисы не контрятся, как бы. Пошел я нахуй, надо. Ля, ты прям накаркал с этим Рики. Но тут по факту меня Рики, получается, нюхал всю эту жизнь. Он просто охранял мою жопу, так и трусонюхал. Позвал Леона с Вингой, только после этого смогли меня завалить. Ну, как бы, ну, окей. Как бы эта ситуация просто центряком контрится. Под себя ставишь центряк, и больше таких ситуаций не происходит. А у него маны нет, его можно легко завалить. Бах, ты запасного бахнул. Опять хоррор 2 запустил. Гаси это говно. Да, вот так вам нахуй. Не надо, подумай, не надо. Я сейчас похуенно тонкому льду хожу.
Я так и знал. Добрый серый стик. Ебать во все бомжи. И как вообще возможно с такой командой победить? Не могут даже три крипа в минуту зафармить. Пойду я лучше. Это мейджор профи. Но даже уже сносят. А он бомбит на него профи. У меня оставили нихуя. Ну меня любят, надо мне. Да-да-да, согласен. Он себе быстрее всех приобретет 6 лотов. Ну а потом в итоге все равно сосет с прогнозом. Надо домики ломать, домики. Сука, я снова проиграл. Потом за один заход еще все домики падают и жизнь залаживает. Разборка неплохая, хыч. Не мог бы бить ебало. Так, как у меня сентрика сейчас с собой нету. Ну, ладно, вот вместе с домиком еще мое лицо упасть может. Страшно, страшно, очень страшно. Не надо, не надо. Тебе сразу точно куплю себе. А вот она хуйня. Наверное, только так смогу выигрывать я игры. Пацан сказал и сделал, и он фармил как. Уё, блин, а не успеть подтянуться, а то сейчас на ступу размотает, как лохов. Это чё, на селёдке-то? Да я дамажу жутко. Теперь я всем секунду сломаю их ебало. О, вижу я кристалку. Ну, сука, ты попала. Ах, ёбаный ты нахуй, тут сраный Рикимару. Да бля, моя рапира. Всё, сука, я лепаю. Тяжело. Домики падают. А! Блин, что-то все как-то охуенно быстро рисуется. Хотя да, хули, я хочу 20-я минута. Знаешь, чем пахнет? Хуйней пахнет на Рике, который рядом со мной бегает, скорее всего. Блин, ну тут, ну да. Тут, да, ну да, действительно. О чем я еще думал, там же у Рики-то хуйня есть. А на ХГ зайти. О, пока они там бегают за кем-то, можно сломать домик. А крипы где? Блин, крипов не вижу. Ой-ой-ой. Убьешь? Тут где-то пуш рядышком. Ебать. Я еще гем куплю, я заебался. Меня это говно на реке прям пасет, сука, каждый раз. Тупо из-за того, что я этого челика не вижу на реке, я постоянно умираю. Тебе Блуторн? Да не Блуторн мне нужен, мне нужно видеть реки. Давай. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Сразу гем куплю. Чтобы прям мгновенно видеть его. БКП потом гем? Не. А, если я куплю сейчас сразу гем, он уже не сможет так подкрадываться. Как бы в этом дело. Он тупо за счет своих подкрадуль меня убивает. Потому что я не вижу его. Он стоит рядом меня, нюхает, 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 нюхает. А я не понимаю то, что он рядом. А потом вся команда подтягивается. Зачем тогда Кирилл дерется, просто летая пушит? Или как я буду пушить, когда крипы далеко? Типа, каким хуем? Ну, кстати, яблочко пригодится. Опа, минус домик. Attack.
начали. Купи варды, у нас варды все скупаются. Этого не хватает. О. Видишь, волшебство что делает? Тупо гемчиком завалил лоха. А он внезапно не понял, почему неуязвимость закончилась. Ой-ой. Блять. Ну я тут не жилец, да. Окей, теперь другое дерьмо появилось под названием Венга. Минус Ге. Блять! Ну тут БКБ бы не спасло, тут линка нужна. Дисперсер купишь, чтобы Рики не замедлял диффузом. На кой хуй мне бояться Рики? Рики выигрывает только за счет того, что его не видно, понимаешь? Все. Если ты видишь Рики, он мгновенно обтекает и умирает в этом моменте, потому что он не может нормально тебя подкараулить, так сказать, в неудачный момент. Я курьера вот сюда подведу сейчас специально, если что, угоню это, гемчик. Опа, там гемчик мой лежит. Гемчик. А, стойте, а где гемчик? Она гемчик унесла. Так, ладно, за минус гемчик падают домики. Просто ломают домики и все. Домики. Да что ж вы так меня ебашите? Он мертвый. Ты ты, блин. Походу на базу гем положили по итогу. Да ладно, не страшно. Сейчас же все быстро падать начнет. Что сегодня за день такой? Почему все так быстро происходит? У меня какая игра уже? Третья, четвертая? Просто, ну, 30 минут и игра кончается. Пижак, ты подумай. А я о твоих домиках подумаю. Домики. Домики. Вот тут хуйня на реке где-то бегает. Но я еще не закончил с домиком. Засейвил. Серьезно? Ну ты бубуй, конечно, на пудже. Сюда подошел? Я ночью долго в тюряге сижу. Так. Ну да, на сралке буду страдать, тут я согласен. А может не буду. А может Рики ебало сейчас снесу, а может себе ебало снесу, топор будет. Ой, стики зарешали, вай. Ну домик упал, окей, теперь бараки остались, бараки проще будут. Пол барака за интами сгрыз. Если домик купить, это тоже будет сильнее. В смысле? А как? Как? Не понял. Как это сейчас связано?
товарищи. У меня здесь до сих пор курьер. А, кстати, у меня курьер без щита, да? Да, блин, без щита. Нужен 20-й, чтобы был щит. Я понял, что ты про доминатор говоришь. А как это связано? Типа, не понимаю. Ну, куплю я доминатор, а как это повлияет на финтов? Ауру дает. Где аура? Тут только активный доминейт есть и все. Так. О, прям под ноги шмотка выпала. Красота. Да, пойдем последний домик доламывать. БКБ в комплекте. Все, я сейчас по-быстрому это сгрызу. Похуй. Блять, я БКБ не успел нажать. Ну ладно, инты сгрызут, я думаю. Хотя нет, их 4 всего. Не, ну этот барак сгрызут. Не, ну обидно так-то, охуеть. Я тут пытался на БКБ нажать. Меня хейтят. Гему Пуджа? Не, не вижу гема. А может и правду. Да, он был у Пуджа, его подняли. Черт, я просто не успел на БКБ нажать. Меня как щенка разорвали в разные стороны. На нахуй, сколько кнопок-то. Походу понимали. Ты что тут делаешь? А, точно. Давал усиление признанным юнитам, сейчас уже нет. Ты походу с грейженным доминатором путаешь, который через Владимир собирался. Сейчас это не так работает. Сосунки. Я ваши домики ломал! Ломал! Ну, последний остался. Через 60 секунд повторим. Я быстро, кстати, пойду кусочек от этой, от кирасы куплю. Линку хотел купить? Да похуй, я буду сейчас суицидиться в этот барак. А по счету, кстати, они по щекам бэкнули. Это будет самый сложный барак, скорее всего. Они будут его дефать тупо ценой жопы. Там еще кнопки, которые сквозь БКБ работают, очень неприятно. Небось, какая-нибудь охрана сейчас будет здесь стоять, тупо фейс-контроль. Нихуя тут махачи. Так, стоп. У них же никто не дефает ничего. Да, у них на дефе никого нету. Алло, приколисто. Ладно, кто-то дефает. Ну, на нее похуй. Она ничего не сделает, мне соло. Тю, а я-то думал, сейчас будет тяжело. Да похуй. Моя задача сломать домик. Тю, нахуй. Ну, я считаю, челлендж выполнен. Я просто все к хуям спылесосил в плане бараков и строений. Тут осталось только унитазы и Т4 сломать. Можно вопросик еще им написать. Там пиджак ради меня даже байбэкнулся. Свежее мясо. Гемчик. Успей его поднять? А, они уже гем подняли. Блин, как они быстро гем-то поднимают. А кто-то... А, кто-то из моих его поднял, ладно. Как идет? Ну, пока ни одного проигрыша не было. Я даже сказал бы, как-то слишком подозрительно легко все идет сейчас.
Сука. Окей. Ну посмотрю, как они мегачей будут сейчас дефать. С победой авангарда. Спасибо. Что такое авангард? Ты тоже аппетитно выглядишь. Меньше, чем ты. Мне подсип за соточку. Грыся за тобой охотится, а я за его домиками охочусь. Посмотрим, как он сейчас домик задефает. Ну нахуй, легчайший, не почувствовал. Я даже в претендентах не присутствую. Ну да, ну да. Пошел я нахуй, действительно. Всего лишь на 22 тысячи урона по строениям. Хоккейный клуб авангард? А, понял. Я просто за хоккеем вообще никогда не следил. Поэтому не понимал.